Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства – это главная тема 6-го форума регионов Беларуси и России, который уже завтра открывается в Санкт-Петербурге. Также в программе совместные молодежные культурные проекты, создание общего информационного пространства и развитие туризма. Витебская и Курская области планируют скрепить сотрудничество соглашением и по традиции особое внимание бизнес-встречам, где руководители компаний напрямую договариваются про объемы экспорта и новые совместные проекты. Перспективы торговли и существующие проблемы оценят национальные деловые советы. Главный вопрос в данный момент – снять оставшиеся барьеры на пути белорусских товаров и услуг на российском рынке. И второй главный вопрос, конечно же, который еще в 90-х годах обсуждался – это доступ на равных условиях к энергетическому потенциалу Российской Федерации и белорусских производителей. Потому что очень важен вопрос именно равной конкуренции. Это все, что в данный момент фактически мешает реализовывать потенциал союзного государства в полном объеме. Итоги форума регионов Беларуси и России посчитают и по сумме коммерческих контрактов. В прошлом году в Могилеве это было более 500 миллионов долларов. Также союзная копилка за время проведения таких встреч пополнилась на 200 соглашений о сотрудничестве.